6 утра по местному времени израильские телеканалы, основываясь на результатах экзит-полов, предположили, что в Кнессете нового созыва у Ликуда будет от 30 до 33 мандатов, на 2 мандата больше у левоцентристов из сине-белых. Всего в однопалатном парламенте 120 мест правительство возможно формировать, заручившись поддержкой половины депутатов плюс один голос. Начало переговоров о формировании правящей партии возможно лишь после публикации официальных итогов. Нынешний премьер, который намерен и в пятый раз остаться на этом посту, уже заявил, что новое правительство будет придерживаться, цитата, «ценностей сионизма», то есть сохранять основы израильской государственности. В ближайшие дни мы начнем беседы, целью которых станет создание сильного антисионистского правительства, чтобы не дать возможность формировать антисионистское правительство, заявил он. Бенни Ганц, бывший начальник генштаба армии самообороны Израиля и лидер сине-белых, намерен предложить свою политическую программу в качестве альтернативы. Он полагает, что прежде всего следует дождаться официальных итогов нынешнего голосования. Нетаньяху не выглядит победителем. С другой стороны, мы готовы продемонстрировать новую политическую стратегию развития нашей страны, уже показавшую свою привлекательность для избирателей. Вопрос в том, на чью сторону склонятся симпатии депутатов от других партий и движений. Согласно тем же экзит-полам, движение, объединившее представителей арабских партий, получает от 13 до 15 мест в Кнессете. Свою роль в формировании будущего кабинета намерены играть и ультраправые, которых представляет Авигдор Либерман. Нам требуется кабинет национального согласия, в который бы вошли и представители нашей политической силы, и Ликуда, и сине-белых. Избирательный барьер для прохождения партии движения в Кнессет – 3¼%. Это означает, что минимальный размер политического представительства составляет 4 депутатских мандата. Подсчет бюллетеней для подведения окончательных итогов может занять, как сообщается, около недели.